Мы познакомились с тобой позапрошлой весной. Уже на следующий день ты привела меня домой. Ты говорила мне сядь, говорила мне встань. Потом, наверное, устала и легла на диван. Я понял, это намек, я все ловлю на лету. Но не понятно, что конкретно ты имела в виду. Вот я не понял. Что ты имела в виду? Вот я не понял. Что ты имела в виду? Нет, все понятно. Что ты имела в виду? Но что конкретно? Что ты имела в виду? Что ты имела в виду? Что ты имела в виду? Что ты имела? Еще я толком не запомнил твоего лица. Но мы поехали, купили два каких-то кольца. Играл орган, все пили вино. Твоя мамаша почему-то назвала меня сынок. Я понял, это намек, я все ловлю на лету. Но не понятно, что конкретно ты имела в виду. Вот я не понял. Что ты имела в виду? Вот я не понял. Что ты имела в виду? Нет, все понятно, что ты имела в виду? Но что конкретно? Что ты имела в виду? Что ты имела в виду? Что ты имела в виду? Что ты имела? Когда ты думала, я сплю, но я-то видел, дружок, как ты мне сыпала в суп какой-то белый порошок. Ой, странный вкус темнеет в глазах, и ты сказала: окей, до встречи в небесах. Я понял, это намек, я все ловлю на лету. Но непонятно, что...